снова здравствуйте, с вами Анастасия Яцкала и канал «Еда на любой вкус». Сегодня готовим праздничный мясной пирог «Хризантема». Готовый пирог действительно похож на цветок, очень вкусный, сочная начинка и воздушное тесто. Давайте приготовим. Для приготовления теста нам понадобится 500-600 граммов муки, чайная ложка соли, 1,5 чайных ложки сухих дрожжей, приблизительно 8 граммов, 2 чайные ложки сахара, 1/4 чайной ложки разрыхлителя, 60 граммов растопленного сливочного масла, 1 куриное яйцо, 3 столовых ложки растительного масла, 150 мл кефира комнатной температуры и 100 мл теплого молока. Отмеряю 1,5 чайных ложки сухих дрожжей. Если вы берете свежие дрожжи, то понадобится где-то 20 граммов. 2 чайных ложки сахара, чайную ложку соли, 100 мл теплого молока. Смешаем, чтобы дрожжи немного растворились. Затем добавляю сюда одно яйцо, яйцо комнатной температуры. Следом вливаю 150 мл кефира. Кефир тоже комнатной температуры. Это важно, потому что мы работаем с дрожжами. Далее отмеряю 3 столовых ложки растительного масла. Затем начинаю просеивать пшеничную муку вместе с 1/4 чайной ложки разрыхлителя. Разрыхлитель можно не добавлять. В данном случае он придает тесту еще больше объема. Муку мы добавляем порциями, таким образом мы не переборщим, и мука хорошо войдет в тесто постепенно. Как только тесто у нас собралось, можно уже вливать растопленное сливочное масло комнатной температуры. Можно использовать сливочный маргарин. Продолжаем замешивать тесто. Просею часть муки на стол, выкладываю тесто и сверху тоже посыпаю мукой. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Думаю, этого будет достаточно вполне. Досыпая муку, вмешивайте ее постепенно. Если тесто еще липнет, подсыпайте. Как только тесто перестает липнуть, муку убирайте. Я брала 560 граммов муки, вот у меня буквально осталась здесь столовая ложка. Итак, тесто я вымешивала где-то 10 минут. Посмотрите, какое оно мягкое, эластичное, не липнет к рукам. Накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место, без сквозняков, приблизительно на полчаса, пока будем заниматься начинкой. Ни в какие микроволновки не надо ставить. Поставьте просто в теплое место, рядом с плитой, на крайний случай в чашку с теплой водой. Для начинки мне понадобится 250 граммов соленых грибов. Это маслята, мы их солили с вами летом. Ссылку на рецепт я оставлю внизу в описании. Также я взяла еще 250 граммов фарша. Фарш смешанный, свинина, говядина. Выбирайте фарш по вашему усмотрению. Можете взять курицу, либо только говядину. Одна большая, одна маленькая луковица. Соль по вкусу, черный молотый перец по вкусу. И еще молотый чеснок. Это тоже по желанию. Начинка может быть только из фарша с луком, также еще добавляют часто сыр. По такому принципу можно приготовить и сладкий пирог, только в тесто нужно будет добавить больше сахара. Большую луковицу я режу на небольшие кубики, затем обжарю в небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. Мелко порежу соленые грибочки. Вместо соленых грибов можно взять шампиньоны свежие, порезать их и обжарить на сковороде. Теперь к мелко порезанным грибам добавляю только обжаренный лук, больше ничего. Кстати, лучок должен быть уже охлажденный, а не горячий. Все перемешиваю, и грибная начинка готова. Небольшую луковицу для фарша я измельчаю с помощью блендера. К фаршу добавляю лук, добавляю где-то 1/2 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки молотого перца и молотый чесночок по вкусу. Все тщательно перемешаю. Если вы берете достаточно сухой фарш, добавьте в него сливочное масло. Начинка из фарша готова. И спустя 30 минут хорошо тесто подошло, руки и немного теста припыляем мукой. Можно его теперь доставать. Обминать его не нужно. Делим его на две части, чтобы было нам удобнее с ним работать. Припыляя тесто немного мукой, раскатываем его в тонкий пласт, приблизительно 3-5 мм. С помощью разъемной формы для салата я буду вырезать кругляшки, можно также воспользоваться стаканом. Остатки теста аккуратно собираем, оно немножко отдохнет, его снова можно будет раскатывать. Далее мы раскладываем на середину начинку, слишком много ее ложить не нужно, оставляем края свободными.
и таким же образом раскладываю начинку из грибов. Далее технология похожа на лепку пельменей. Лепешку мы складываем вдвое, но не соединяем края. Соединяем только концы. Вот таким образом. Получается у нас вот такой открытый пельмень. Складываем кругляшок вдвое. И вот эти концы соединяем. Но разъемной формы я застилаю пергаментной бумагой. Немного смазываю растительным маслом. Также немного смажу бока. Небольшой кусочек теста я оставила. Сейчас я его раскатаю очень-очень тонко. Выкладываю его на дно смазанной формы. Вот таким образом еще разравниваю по форме руками. Выкладываю открытые подготовленные пельмешки в форму. Желток смешиваем немного с молоком и смазываем пирог. Накрываем его и оставим для расстойки на минут 20-30 в теплом месте. Ну что ж, пирог расстоялся, можно его отправлять в духовку, разогретую до 190 градусов. Выпекать будем 50-60 минут, в зависимости, конечно, от вашей духовки. В общем, сверху он должен зарумяниться, а внутри полностью пропечься. Мясной пирог готов. Пробуйте, и у вас тоже получится. С вами был канал «Еда на любой вкус». Обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые рецепты. Также, если понравился рецепт, ставьте лайк, обязательно поделитесь с друзьями. Пишите ваши добрые, позитивные комментарии. И до новых встреч. Пока!